Опасные друзья. Кто они и как их вычислить? Жизнь – это постоянное движение. Все меняется. Политика, география, демография. У каждого из нас есть бывшие люди в нашей жизни. Одноклассники, начальники, подчиненные, лидеры, пасторы, у кого-то даже мужья, жены и у многих из нас друзья. Все меняется, мы встречаемся с новыми людьми. Бывает так, кто-то усиленно ищет дружбы с нами, задаривает, засыпает комплиментами, а в душе как-то не верим мы всем красивым словам и красный флажок. Осторожно! Что это? Недоверие к людям или к этому голосу нужно прислушаться? Важным критерием является то, как человек относится и что он говорит о бывших людях в своей жизни. У всех все бывает. Но здоровые люди прощают, отпускают и идут дальше в свободе и в мире. Не совсем здоровые люди мстят, пытаются уничтожить своих бывших друзей, открыть всем глаза на то, какие они коварные люди, и постараться сделать так, чтобы рядом с ними никого не оказалось. Помните, когда-то вы сами можете оказаться в списке их бывших людей. Осторожно. И, конечно, никогда не помешает нам проверить самих себя и задать себе вопрос, а как я отношусь, что я говорю о людях, которые остались в моем прошлом, с которыми мы прошли какой-то участок пути, и потом наши дороги разошлись. Это очень много скажет о том, умеем ли мы дружить, и вообще о том, какого мы качества люди.